Ну все, пора делать это. Давай это Дэн по-любому. Это Дэн, потому что мы когда в Мордхау играли, нас там Дэн ебашил. Во! Ну, Видал? Вот Кукушка не ошиблась. Я использую Скоматрон 2000, чтобы сделать себе браслет от радикулита. Меня убил синий. Мой кусок мяса лежит прямо на сканатроне в медичке. О, коричневого нашли. Жизни черных важны, кстати говоря. И вот эта песня, смотри, Мурена, вот это слышал, наверное, песня вот эта. Асе Мурена, Мурена. Нет, не слышал. Вообще древность, когда еще MTV клипы были. Эх, никто не помнит такого. Ух, обнаружено два предателя. Это не я, честно говорю. А ты молчишь. Больше не верю. А ты молчишь и нахую торчишь вот так. Как тебе такое, а? Мне кажется, тебе пора слуховой аппарат купить. В смысле, зачем? Потому что я говорю, а ты не слышишь. Нет, ты слишком долго думал. Над чем? Над ответкой. Вот как вот ответить, предатель как ты или нет? Словами. Я тебя уже запутал, ты запутался. Ничего, что я перед тем, как игра началась, сказал, что я не предатель. А, перед тем, как игра началась? Бля, Огурчика и Тимоху уже прорядили, судя по всему, их двоих одним действием. То есть Огурчика засунули в Тимоху. Это, короче, это я знаю, кто это. Это черный, но не андроид. Этот красный-черный, это предатель. Мы готовы сражаться. Сколько вообще человек-то у нас? Нельзя проверить, сколько предателей. Розовый меня убил. Розовый? Да, и у Люкс. Так. У какого люка? Где карты проводить? На, между булок, блять, где она? Кто это был? Я уже не помню, блядь. Так я вот и сам забыл. Я вот что и спрашиваю. Не знаю кто, но я подозреваю коричневого. Он странно себя ведет. А, ты предатель, значит, да? Нет, я не предатель. Да? Ну-ка дай слово пацана, что ты не предатель. Нет, скажи, спеть что ты песню... пидор, если ты предатель. Сказать, что ты пидор, если я предатель. Ты пидор, если ты предатель. Ну что это вот, давай не будем вот как по-школьному вот это вот разбираться. Ну ты признайся, предатель ты или нет? Давай более как-то нет, интеллектуально. Ты скажи честно, ты предатель или нет? Так это, я не знаю. Значит, ты предатель. Я не предатель. Ну скажи, что ты не предатель. Честно скажи. Ну, я говорю, значит, ты пидор, вот и все. В смысле, я не говорил такого. Все, блядь, понятно. Я не успел. Честно говорю, кто я, а он такой... Я не успел признаться. Да, все понятно. Ты аж позеленел просто. Блядь, можно полегче? Полетели. Опа, здесь импостер ходит. По-любому он... Игры, которые сами решаются собой, я, блин, не успел даже на типа прямо воду налить красиво. 20 век, век Фокс. Тут он. Тун-тун-тун. 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 А, та-та-да. Та-т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 а. Если что, меня убил Хурок. Ну, типа, если не вернусь. Окей, понял. А, ну, да, ой, было понятно, что это ты. А с Хурокой? В смысле, почему было понятно, что это я? Вот объясни, я что, вел себя неправильно? Да. Что я живу неправильно? Ну, я знаю, против кого голосовать в следующий раз. Против Хуроку? Правильно. Против тебя. Почему я-то сразу? Потому что ты все время выпадаешь предателем. Да не все время, я всего лишь мне так фартануло. Видишь, вот за вот этого, да. За Демана голосуй, вот Деман. Надеюсь, ты за Криса проголосовал, потому что, как видишь, за меня смысла нет, потому что я уже все. Так ты чё не за синего-то проголосовал? Потому что я думаю, что это Хурок. Так меня же убили, я ж тебе сказал, кто. Это была затаённая обида с предыдущей каточки, что ли? Свою обиду не возместил. Чё, я тебя не ёбнул, так что все нормально. Бля, походу будет мщение. У Аллегрова присоединилась, угнала тебя... Угнала. Ой, бля, я знаю, сейчас
будет предателем там, что-нибудь начнет песенку себе насвистывать под ухо и просто свернет голову, потом подойдет без палева. Блять, это что за петух нахуй грязный, а? Это ты? А, нет, это арт, сорян. А, так ты предатель, что ли, не? Нет. Слышали мы вот это вот? Нет. Вот это жидкий ответ такой. Нет. Если бы я был бы предателем, я бы тебя бы убил. Блять, да сейчас по-любому я наткнусь на какое-нибудь сворачивание руки. Так, используем. Нет! Это вупсень! Это вупсень! Меня уже второй раз убивают на этом сканатроне. Это вупсень, и вы видели, как он выпрыгивал из вентиляции. Да, Серега, скажи, что это вупсень, что ты... Что я такого сделал, а? Что? Хочешь, я даже коричневым стану? Давай. Смотри, какой я коричневый. Не подходи ко мне, цвет говна. То есть ты оскорбил афроамериканцев, да? У тебя никнейм черный. Чон Олег Чон. Чао, чай. Блять. А, все, вижу, вупсень прямо мечется. Хочет срезать кого-то. Лемона. Ты розовый. Рома гей. Посмотри на него. Разодетого. Сразу видно, румын. По-любому Серега предатель. Предатель всегда первым пишет. Нет, я с этим геем в одном коридоре не хочу стоять даже. А, карточкой про межбулок 0.39. А. Здесь сейчас Путин накинется на меня, нет? 77, 66, 9. Сука, блядь! Нашел все. Я же сказал, что это черный, блядь. 76, 69, блядь. Я вводил. Все правильно. 76, ага, 69. Такой, блядь. Как играть-то, где мышка? Это что за хуйня? Это кого? Что? Это что, крутится и надо жать кнопку? А! Ой. Во, кукушка. Все, сейчас будет челлендж. Я просто напишу, скажи кукушка, и ты скажешь, кто это, и мы его кикаем. Пора включать Цоя. На рукаве напиши. Он спрашивает, где? Надо себе никнейм поставить. Мама. Типа, когда ты будешь предателем, мама оказалась предателем. Или этот, знаешь, твой хуй оказался предателем. Your dick. Почему он думает, что это Цоу? Так, все, сейчас розового баним. Почему я-то? Это не я! Я же Цой, голосуй, псих. Цой не был предателем. Что вы наделали-то? Он всего лишь... Он исполнял. Просто когда начинаешь переигрывать в эту игру, уже прям чувствуешь безумие и беззубие. Начинает кукушка отъезжать. Скажи, кукушка. Здесь не так много профессий. Вот был бы я разрабом или хотя бы имел бы с ними связь, я бы сказал, чтобы они там какого-нибудь шерифа там добавили. Типа, знаешь, как вот на самолетах эти летают в Америке? Как они? Гастролеры эти ебаные. Какие гастролеры? Ну, эти, как они, звания еще. Бортпроводник, что ли? Не-не-не, вот именно от полиции. Маршал его. А, маршал. Маршал. Типа такого было бы тут чел, который прослеживал бы, типа, ну вот как в мафии вот есть. А, можно было бы еще на зону людей сажать. Да. Еще бы шлюха была, по которой всех сифилисом заражает. Такая победа, шаболды. А че у всех такая массовочка в углу, тоже встану здесь, чтоб никто не знал. А, сейчас мы их легко обхитрим, просто мы же знатоки этой игры, мы очень часто играем в мафию. Я, кстати, член. Я тоже. Блять! Голубой бой. Так, бля, нашли меня. Просто напиши, что это голубой как-нибудь без палева. Коричневый сам против себя проголосовал. И умер. Нифига себе, посмотри на них. Они что, строят из себя археологов? Я тоже так умею. Где эта шляпа? Хотя зачем мне походить на них? У меня и так курточка замечательная. Попробую представиться... Цоем, сейчас зайдем. Запускайся.
Да! Рычаг! Да! Да! Вот так вот мы уничтожаем эту грязную листву, наливая кулер. Водяное охлаждение на компе, у меня такая же бутылка стоит.